Вот наша маточка прилетела. Я ее бы словил, хотел сфоткать, да улетела и опять пришла. О. Это с того сезона матка молодая. Хотя не брошу. Это уже третий год ее. Это я ее в том году сюда старый рой садил со старой маткой. Так что в том году ей уже два было года, а в этом году уже третий пошел. И ну такая матка крупная, красивая. Темная такая, с отливом. Вот, смотрите. Красавица матка. А я не спешу ловить. Это видео я выложу отдельным кадром, чтобы не монтировать уже кучу. То, что монтаж сильно долго длится там. Оп, упала. Вот она. Сорвалась, снизу упала, потом взлетела обратно. Ну, красивая матка такая большая. О. Крупным планом. Короче, буду ловить я в коробок. Все. Закрыл. И пчелок немного. Бляха. О. Хотя бы не придавил, а то немного даванул на коробочком. Ладно. Если даже придавил, то особо расстраиваться не будем. Я забыл, что это матка моя не молодая, не с того года, уже с позатого года получается. Это ей уже третий сезон пошел, этой матке. Ну такая, ничего. Отсажу я от их, скорее всего, что отводочек на пару рамок. Чтоб дома не колотить сюда молодую пчелу на отводок, так что я на пару рамок делаю отводок и повезем, поставим в лесу, в болото, на болото завезу, поставлю, хай там постоят так месяцок, думаю, не украден никто, постоят там, расплодятся, потом привезу обратно, ну, подумаем, короче, над этим делом, особо-то не хочется возиться. Ладно, буду я открывать все это мое дело, хай пчелы летают спокойно и продолжают работать. Так, чекай, так. Два гвоздика я отогнул, решеточка снимается у нас, легко расставилась, гвоздь подогнул, немного отогнул, так. Все. Решетку я снял и ототкнул верхние литки, чтобы вентиляция им была. Раньше я плоские делал в ульях, а это решил круглые, их добро регулировать, так не надо эти вставные вставлять, а просто вот щелк, хочешь закрыть, закрыл, колодки такие вставил. На 25 литки делаю то, что диаметром 25, то что если делать 20, то зимой инеем зарастать полностью и вентиляция плохая в улье. А на 25, когда, так они это иней не плотный таки. Ну все, матку вы видели, какую я зловил. Пчелы все в улье. Ну, если буду делать отводок, то покажу вам. Ладно, в этом видео попрощаемся, всем до свидания, удачи, хорошего вам настроения.